У нас на данный момент имеются два завода, которые производят дизельное топливо и авиакеросин. Это Ферганский нефтеперерабатывающий завод и Бухарский нефтеперерабатывающий завод. Но, к сожалению, все объемы, которые они производят, их недостаточно для рынка Узбекистана. Поэтому приходится импортировать и дизельное топливо, и авиакеросин, и другие нефтепродукты. Запуск этого завода даст те объемы, которые не достают на местном рынке. Специалисты Российской Федерации, это по оборудованию Крагенмаша. Они сейчас вместе с нашими специалистами проводят пусконаладочные работы. Сейчас в основном идут работы вот по колбоксу, если вам видно, этот белый, вот этот белый блок. Там сейчас достигли температуру до минус 120. Сейчас идут проверки. Значит, вот этот оборудование тоже изготовлено в Российской Федерации. Также имеется у нас турбодетандер. Именно вот этот аппарат является как бы источником холода такого, да. Думаю, что до конца этого месяца у нас получится производить уже кислород, который является, так сказать, необходимым сырьем для получения синтетического газа. Мы получаем метан из соседей нашего газохимического комплекса, и с помощью реакторов Фишера-Тропша вот мы как бы добываем, производим синтетическую нефть, да? Где они дальнейшее расщепляются на продукты, как дизель, керосин, нафта и пропано-бутановая смесь. Планируется создать из Узбекистана центральный хаб. То есть мы развиваем свою авиаиндустрию. По геолокации Узбекистан находится в центре, да, Центральной Азии. То есть это дает возможность заправляться у нас все транзитные рейсы. Да. Вот. Если мы будем производить свой керосин, то есть у нас будет уже много керосина, это позволит нам продавать керосин уже в Узбекистане, то есть заправляя разные самолеты разных авиакомпаний. Наше намерение уже начать производство продуктов где-то в середине мая этого года и выйти уже мощность на 100% мощность где-то в течение 2-3 месяцев. Во время эксплуатации будет создано около 1000 рабочих мест. Около 200 эти были в основном опытные специалисты, которые делали когда-то такие проекты или работали в существующих заводах. Более 600 кадров – это в основном молодые специалисты. Мы их выбирали, отбирали, самые лучшие кадры отбирали из университетов, институтов и отправляли их на стажировку. Готовить кадры – это очень сложный процесс. Ну, у нас очень сложный процесс отбора, потому что сначала идет онлайн-тестирование, потом тестирование или письменный экзамен у нас, и дальше уже третий этап – это уже так интервью либо так собеседование. Сейчас мы находимся в сердце завода, это называется пульт управления.
это здание. Вот здесь вы можете увидеть, как ребята управляют процессом техническим. Здесь все операции выполняются дистанционно с помощью этих компьютеров, где задаются определенные параметры технологические, и в соответствии мы производим продукцию. То, что есть операции, которые не выполняются дистанционно, здесь с помощью рации наши ребята контактируют с полевыми операторами, которые те уже получают команду и выполняют соответствующие действия.